Конкурс телеведущих проходил в три этапа. Участие в нем приняли Роман Гальперин, город Саратов, ТНТ «Саратов», Павел Фитилев из этой же телекомпании, Ирина Зинченко, город Раменское, Раменское ТВ, Ольга Чуканова, Люберецкое телевидение, Никита Макаров, город Егорьевск, телекомпания «Телемост», Юрия Котлова, телекомпания «Наши мытищи», Иван Дубров из Кашира, Александра Катаева, город Воскресенск, телекомпания «Искра ВКТ». И завершит первый этап конкурса Константин Гергая из города Ивантеевка, Ивантеевка ТВ. Не забудьте про аплодисменты, пожалуйста. Деньги, бумага для меня, ты тоже. Моя работа совсем на банк не похожа. К этой работе стремишься и ты. Работаю не ради бумажной мечты. Я диктор, смотрящий с экрана. Тот, на кого глазею с дивана. Телевидение, жизнь, анализ, мониторинг. Главное в нем аудитория. Каждый из 9 участников представлял свою визитную карточку, читал текст со сложно произносимыми словами, а третьим этапом надо было озвучить предложенный видеоряд. Год культуры я немножко помечтал и решил, что очень хорошо бы, если бы на нашем канале был вот такой проект. Сотни километров от цивилизации, без интернета, айфонов и айпадов, но под прицелом десятков телекамер. Наш канал представляет новый сенсационный проект «Деревня. Построй свой колхоз». Участники должны выжить в суровых условиях. Настоящая русская зима, вместо гламурных нарядов тулупы, а вместо универмагов – личное подсобное хозяйство. Были и другие задания, помогающие увидеть, как ведущие справляются со сложными ситуациями в прямом эфире. Награждение победителей состоится, как всегда, на церемонии закрытия фестиваля.